Губернатор Московской области Андрей Воробьев записал очередное обращение к гражданам Подмосковья. В нем он заявил, что все жители многоквартирных домов освобождаются от платы за капитальный ремонт в период с 1 апреля по 1 июля. Может, для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье. Для нашего региона такой трехмесячный мораторий – это весьма важный шаг. У нас самая большая в стране программа капитального ремонта. В нее включено больше 44 тысяч домов. Мы сделаем так, чтобы принимаемая мера на сроки капитального ремонта почти не повлияла. Мы понимаем, что многие жители его ждут. Постараемся, как и прежде, делать его качественно и с учетом ваших пожеланий. Также губернатор рассказал о введении новых ограничений. Цитата: «Теперь органы ЗАГС будут регистрировать только рождение и смерть. Остальные процедуры будут проводить только по заранее поданным заявлениям. Также в Подмосковье запрещается посещать букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок». Конец цитаты.